18 августа 2018 год, Харьков, 16:35 по Киеву. Проезжал в этом райончике, не смог удержаться от того, чтобы не снять всю эту красоту. При таком освещении. Штатива, к сожалению, нет. Зато есть фотоаппарат, что, впрочем, очевидно. Хорошее освещение, хорошее чистое небо практически. Сегодня, кстати, Венера на наибольшем удалении от Солнца. И часика через 3,5 будет у нас великолепный закат, сопровождающийся продолжающимся парадом планет. Только сядет Солнце, будет хорошо видна Венера, так как далеко от него находится, от Солнца. Одномоментно будет также видно и Юпитер. А моя оптика позволит еще и галилеевые спутники наблюдать рядом с ним. И Сатурн. И опять же надеюсь, что оптика позволит кольца его посмотреть. И Марс, который сейчас на ближайшем расстоянии от Земли за 15-летний период. Марс сейчас выглядит на небе просто шикарно. Огромный красный фонарь. Храм Матроны Московская. На Салтовском шоссе луковицами куполов блещет. Ну, в общем, сейчас по домам. А в сумерки выходим охотиться на Венеру. Так это уже на героев труда. Ну какой же там храм? Владимира Крестителя, наверное. Там он крест такой держит. Мама, не горюй. Не пойму, что ли крест, то ли меч перевернутый. А, еще помимо всех наших замечательных планет будет же еще и Луна. Вернее, она уже есть, я не могу ее поймать в экран. То есть у нас уже сейчас, конечно, рядом с Солнцем видна Венера. То есть не видна, она присутствует. Но видеть ее сможем только после заката. Венера, Юпитер, Сатурн, Марс. Малый парад планет. Сегодня будем наблюдать. Через 3,5 часа.